пусть поезд минимум, чтоб сливался. Ну, я говорю, хотя бы обычно пойди без слива. А просто включай и пой. Папа Тодс. Дубли дракон. Давай, жги, Диман, жги. Да, значит, всем вечер добрый. С вами вечер добрый, да. Сегодня все здесь. Сегодня у нас дебютный стрим. Собственно. Где-то я уже это слышал. 1988. Нас пока что 22 человека. Отлично. У нас немножко он. Дебютант наш сегодня немножечко это самое. Волнуется немного, да? Волнуется. Потом под ложечкой сосет. Уже не берет себе без 24. Бабам. Скажи прям как в первый раз. Что закончил? Что это было? Конечно. Аж хватит. Кажется, надо отключить. Да нет, пусть пока будет. Хватит, конечно. О-о-о! Даже внимание бабуля мужского. У нас... Папа. Да. Видишь, за тебя болеет даже старое поколение. Old school, так сказать. А не за тебя, видишь. Хотя ты как он либо выкачал, то чё? Бабуля играла в лото, потом просто дабл драгом. Дальше. И в доминку на лягушке. С девчонками по цеху. Сейчас такая наушники одевает. Че сказал? Да, че ты сказал? Че сказал? Роман! Ты хоть тебя тащить там, да, что ли? Че там, да? Роман, разберись! Это мультик-то есть, как его попугай-то. Роман! Ну да. Сапогом давай его, сапогом! Да. Все, ушел. Все. Да, ну ты Дима, что-то по харду пошел, блин. Жабашкреком проходить под лох, это же... А давайте как его... Ребят, у нас все-таки дебютный стрим от доктора, да? Это самое... Да, Дмитрий, собственно... Дмитрий, кстати, второй Дмитрий у нас. Одна дело. Один в армии в пилотке. В пилотке сейчас штурмует, я. Расскажи немножко о себе, то есть чем ты увлекаешься, какие игры тебе нравятся. Вот. Ты житербол. Да. Бодибилдингом? Да ты же. А. Ну занимаешься. Молодец. Ого. Ну все, наверное, ты самый. Я здесь, да. Все поотваливали. А бывает. Это у Алексея чудо скайп. Упс. Пхп-звоивает. Лёха. А у него там мыканье идут. Да, такой, дышь, ты кого-то сама. Наваливает. Наваляет, не. Ну,
Да, они еще там. Бомжи. Офига, Кирилл, чё? Во. Вот я смотрю, все, в большинстве почему-то пилят только на NES Battle Dots Double Dragon. А на Шнете что-то никто не собирается вообще тащить. Меня слышно, ребят? Да. Да, что-то у меня сам сет опять творился. А тем временем... Дмитрий. Отлично. Собирай яйца. К Биг Блэку едем, короче. На пивас, который зажал его. Значит, ты говоришь, это самое, тебя, собственно, сподвигло к стримам и напоминание тебе о олдскуле и о старых играх, именно консоли ты кидали, да? А до этого, кстати, слышал о других обзорщиках или что? Нет? Нет. Да, Пашка опоздал, короче, да? Кстати, что погнали Пашку. Ну вот, Пашка. Лёха, ты тут? Да, конечно. Тишина такая. Пашка опоздала. Так консолиты обогнали. Ага. Чё? А чё, они тут достремились? Почему? Они просто переехали, и всё. Короче, достримились. Я вот все знаю, что, ребята, я что-то срутся-то. Что срутся-то все? Надо всем объединяться наоборот. Да. Все срутся вообще. Я не понимаю, многие ребята там. Ну, в флаге там что-то происходит, с солитами беда. Да. Ну как его. Битбатлом тоже была проблема. Битбатлом? Упарило тоже, ребят, тоже какая-то там ситуация непонятная. Непонятно, да, тоже да. Была. Что за санина тут происходит? Не знаю. Ребята, один у нас позитив. Мы не ругаемся ни с кем. Конечно, зачем ругаться? У нас, знаете, все почему, ребят? Потому что без королей надо действовать. Да. У нас все по-любовно решается. Если кто-то... Были у нас уже одни короли, да? Это, если кто-то в группе один... или в стримерских каких-то группах шишку держит один кто-то, то по-любому они развалится. И таких групп на нашем веку, которых мы повидали, было очень много. Ну сколько у нас в нашей группе? Ну, немного, конечно. Сколько? 6 месяцев, 8, наверное, да? Да, в октябре будет уже год. Вот. И ничего. Вернее, в ноябре 10-го. От одного человека избавились, но это было еще даже не на ретроне. Нормально, тут как-то не ругаемся. Да. Слава непонятная хочет. Скучно жить просто, и все. Вообще, конечно, есть другой вариант. Сейчас как бы лето, всем хочется отдохнуть, спинуть, честно говоря, не всем охота. Вот. А зимой сидишь дома, на улице неохота убираться. И, конечно, проще. Да. А ведь столько игр, столько людей. Да, котенка же какая-то хреновенькая котенка у тебя, Диман. Да ничего. Ну видишь, Вань, у Димона по-другому не получается. Я понимаю. Ну, знаешь, лучше так, чем никак, на самом деле. Ну ладно, мы потом решим, мы все это поможем тебе. Да, это все. И скорее всего мы тебе все-таки бродкастер поставим, потому что он вообще минимально нагружает комп по сравнению с XP. Во-первых, бесплатный XP будет всегда сам, если честно. Если, конечно, ты его не крякнешь, но крякнуть все равно со своими там косяками тут. А OBS, он сам по себе бесплатный, и там так все сделано специально, как раз вот для компьютеров, вот таких, ну, мощных, с минимальными требованиями. Даже у Димона, у него там интернет вообще там 112 килобит. Он, хотя он нет, он и на XP тоже стримит.
Ну да. Так, так он просто этот, он себе оптимальные настройки подобрал, у него и картинка была такая смотрибельная. Ребята, я минут на 5 отойду, ладно? Конечно. А последний за 5, ладно? Спецудак не отвечает. Серьезно. Ага. Нет, слушай, башкрек, кстати, им смачно подсрочника дает. Ну и нахрен таких тогда. С рогов по щам и за волосы в пол. И вопрос решен. Так, ну понятно, значит, это больше вот на ретро-игрушках. А современные там консоли или игры тебя как-то не интересуют? Угу. Это как на компьютер имеешь в виду? Слушай, ну если у тебя Deadpool тянет на компе, так чего у тебя нормально вроде как, может еще что-то. Выжить, значит, можно насчет стрима. Ты в Deadpool, наверное, на минималке игрался, да? На среднюю? Ну, значит, нормально все должно быть. Ну, мы это настроим, в принципе, по этой особо не пальцем. Играй, сейчас проходи, короче, а там. Кто-то отвечает. Специздатель просто не отвечает. Тоже там. Ну, можно позвонить королю. Да пошел на. Отбивайся. Слушай, а тебя, кстати, на стриме не слышно. Да. Нас слышно, а тебя нет. У тебя, может, микрофон выключен? Ну ладно, потом, в следующий раз. Да нет, всё нормально вроде. Лёха, ты его там слышишь? Чё? Слышишь его там? На стриме? Не-не, микрофон я врубил, все должно быть путем. Может, громко? Нет, слышно нормально. Вот сейчас нормально. Нет, это нас игру, слышит. Это вообще-то игрушку надо чуть потише сделать на самом деле. Поэтому ты мог... Я его слышал-то. Нормально всё. Ну да, просто сказали прибавить, я погромче сделал, просто поехал. А, все, слышно. Окей. Так. А чё там такие? Самый долгий уровень в игре. Третий, да. Подлёвский. Вот здесь с ропором беспонтово биться. Еще подлый тип на самом деле. Рэмбо. Угу. Первая кровь практически. А! Опа! Здесь прям, здесь нужно момент, короче, поймать, и не прям так проскользить до самого конца. Может. Не знаю, я обычно всегда там брал эту таблетку. Печенюшку не так пролетал, да? Ну да, и сразу разбегался. Я бы тоже взял, но вот на этой, на жабе печенюшку сложновато и детям, и человеку. Ну да, в том-то и дело, я же говорю, за жабу это хард вообще. Ребят, здоровы. Ага. Да ладно. Привет, Рома. У тебя, привет. Бабуля хотела этот микрофон отобрать на скайпе. Или бабушка, или мама, не поняли. Да, ну... Ну, можно и так сказать. Она хотела на стрим к нам зайти.
Да. Она била два. Димон начал за жабу играть. Лошара, надо за Джимми было. За ним забили. Вон, ну ладно, я продолжу, но сохранять я не буду. И мой мозг уже далеко. О чем? Да я ничего, да просто. Ну я уже сейчас продолжу. Стримишь? Да. Да все уже. Давай, да, продолжай. О, этот тебя поймал. Не, на кого ты сам? Может, я же говорю, Ропер, он вообще, конечно, сволочь, блядь. Ой, пистожопый, блядь. Пистожопый. Смотри, сейчас шмалять начнем. А мне нравится, как это, жалко себя. Опа! Засранец, вот так он мне отпустит. Гоп, стоп, мы подошли из угла. На. Вот сволочь, казалось бы, да, вот, ну, чё справа-то не пить. Какие силы! Спокойно, у нас стрим вес идет. А я сказал синий. Хорошо, ты. А есть старый си кэмпл. Кэмпл. Дмитрий, да ты это увлекаешься этим. Модибудинг, это почти коллега. Я тоже вроде как. Что? Я тоже вроде как. Ага. Давно? Литерболом, блин. Нет. Нет. Ну как давно у меня был очень большой передых очень большой. Как вам так начинает? Я вообще с детства занимался, ну и как с детства, с 16 лет. Лёха в балете был. Большой. Вот как я, ну значит, и занимался года 4, потом очень большой перерыв был, я не знаю, на сколько, лет 7, 6. Вот. И вот сейчас вот где-то года 3 тоже уже стал опять заниматься мобильно. Да, до этого наш Алексей был в группе Street Jazz. На потанцовке у группы руки вверх. Потанцовщицей. Как ты себя цениваешь, а? Лёха Скай стоял за клавишами. Вот в рубашке с подсолнухом. Ну где? Это же скандалы. Кстати, на тебя похоже, Лёх. Okay. На что ты был? Это нет такой рубашки? Нет. Надо это как? Надо купить. Ром, я слышу за тебя. Надо объявить кубок Ретрона и это самое. Сказать, что главный приз – фирменная рубашка Алекса Скайя с концерта «Руки вверх». Да, да. Ай. А я у... Ой-ой-ой, в широких штанах с лямочкой. Как это? Жора на лобку. Я мечтал, кстати, уже поступать. Наверное, я очень хотел. Какой у тебя уже уровень, Ром? Сейчас, подожди. Хорошо, что? Короче, здесь... Это... Все способы поменялся, короче. Ага. Динозаврик красный стал. Я заметил, да, Ох, там, блин, вот этот Димон жарит там. А, вообще молодец. Прямо в носоку будет. Местечко такое нашел. Ну все, на следующем уровне посмотрим, как все есть. Да, посмотрим, как и там. На ракете. Ага, да. Вроде она не особо такая. Можете смеяться, но я бывает на этих лестницах, бывает иногда постираю. Вот. А ну, что, там слиться? Там слиться очень легко. На да. Конечно, можно слиться спокойно. Мы, кстати, с Диманом играли. У него хотя. Там есть всякие фокусы, вот моих, если можно. Просто понятно, что перебежать. Есть такое, есть. Слушай, что-то, короче, корабль приборзел. Да, ну там, короче, встаешь, один поднимается перед огнем, ну, поднимается по лестнице. И мочи, и уходи, даже туда. И бежит в правый конец экрана полностью, до самого упора. Ага. И в итоге, короче, на второй, который подбегает, короче, получается так, что вот этот столб вообще сзади него оказывается, и он просто спокойно поднимается. Ага. То есть, если да. Новичок,
второй, допустим. Можно. Во, блин. Это тройское там самое создание то. Да, тройское. С вилами. Ага. С вилами. Чего я там присел? А я, кстати, не знал. Че, если вот так вот присядешь при огне, ничего не будет? Да, ничего не будет, да. Ой, я вошел, да. Кстати, вот, как вот кто не говорит, что, ой, да чего 50 раз стримите батлтос, чего 50 раз играете Гайдена, чего 50 раз играете одно и то же. А знаете почему, ребята, вот? Потому что у каждого разный скилл. Скилл разный, вот я вот какой новый стрим не посмотрю, у каждого какой-то... Что тут возьму, какую-то новую фишечку, что... Да, есть, есть такое, да. Вон Лёха, это самый, удар играл, Гайд на третий, он тоже, ну, мог, ну, так сказать, не херовый стример, скажем так, и эту игру он не знает очень хорошо. Ну так я когда стримил, он очень много сказал, нахрена себе, я говорю, ты так же ты это делаешь. А я вот так, я помнишь, когда я спускался просто так, фига, ты так спускаешься, а я бы... С 3 метром. Не, ах, блин, да я взял парочку монет. А ну, я готов. Тоже, ребят, насчет того, про то, что говорили, одно и то же стримить. Ну, это же классика наша. Есть, конечно. Тем более игры, которые нравятся. Почему же их не постримить еще раз? Конечно. Просто уже, в принципе, затерли уже, знаешь. Тоже есть, в принципе. Вторая сторона медали. Одно дело, когда луп играет или новичок, или тот, кто хреново в нее играет, как некоторые терминаторы недавно пытались пройти. Да, и... нельзя было смотреть просто. Да, просто это было ужасно, как проходил его. Я бы просто обосрался бы, ну, извинился бы и вытащил бы стрим на его миссию. Ага, тут нужен ключ, значит здесь будет маска. Какая прелесть. Батл Поттер будет маска с ключом. Да. Роман, а ты что там играешь? Да. Я стримлю Супер Марио. Второй. В котором 10 миров, в котором. Какой 10 миров? Ты чего? Я с ума сошел, что ли? Вообще 10 уровней, надо считать, сколько миров здесь. 10 миров, это написано было. Так, вот оно, началась огнежопная просто фигня. Огнежопная? Шашлык. Давай, так, долба, да. Долбанный шашлык. Посмотри, он красавчик, а. Вот здесь вот я засек. Да, прожарил. Хорошо, вот я так и знал. А, кстати, я все время в детстве, когда играл, когда он подыхал, вот эта лягушка, он падает на спину, да? Как черепашка ниндзя это вообще. Ай. Все, взял ключ, вошел, и все, и можно расслабиться, пока на время. Расслабиться? Ну да. Ну что, на Робоману самых простой, наверное, босс? Не, ну здесь сам клево сделан. Сам клево сделан. Ребят, я его все время называю Робоанус. Ооо! АГЦ! Робоанус нормально. Не, ну здесь сам прикольно сделан, лучше, чем в первом батлтосе. Батлтос. Да. Вот, Вань, смотри, какой следующий босс в этом мире. О, Горыныч! Ого! Неужели дракон? Трёхголовый, да. Это Горыныч, ребят. Только что-то он злой. Как его? Ну, мы это, может быть, мешаем, нет? Не-не, нормально все. А то как-то две игры на тему можно. Да, чё, пускай будет по хардкору, всё. Две игры, чё. Когда никто для нас этого не делал. Последнего Жан-Клода. Жан-Клод? Да, Жан-Клод. Жан-Клод киноман. Пусть люди знают, как хорошо бывает. Кто там? Киноман далеко не Жан-Клод, я тебе скажу. Дима играет бы это Пемпл выбрал, Дима. Понятно. А кто там еще играет? Больше никто. Не знаю, боксер как-то играет, но он уже кончился. Все, Дим, ты у нас мастер пятки. Ага. А кто у нас титановое колено? Мастер желтый, сапога. Да. Кто мастер жизни?
А это так кто? Мастер Джойстика номер два. Мастер Джессика? Джойстика. Идите за мастер Джессика. Так, сейчас будет просто. Хозяйка, Джессика. Что это? Ну ладно, сейчас. Джессика! Так. Вот здесь он. Где это легко? Я на этих огнях вот вообще могу заснуться. О, пошел. Посмотрим, посмотрим, насколько нас... Сейчас футболивать просто. Посмотрим, насколько ты долго задержишь его в воздухе. Да, что, Рабоман, он же сосунул. Да, погоди, погоди. Сейчас он все на жизнь наработает. Ага, вот так вот, да, он тебе, ну, дай знать. О, к нам Дэдэл пришел. Да не, он прикурить попросил, я подумал, правда. Привет, Дэдэл. Ха-ха-ха, научил, как в эту игру играть. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Молодец. У нас для души. Ты что за слова, блин? Ну, давайте я вас научу, как играть. Всем привет. Блин, давайте я вас научу, да, точно. Роман, давай я тебя научу играть в Ninja Gaiden 2. За 14 минут проходить. И третьего за 8. Ты что, с ума сошел? Мне руки сотрутся, блин. Пальцы сотрутся, блин. И ты будешь мне как ниндзя в Авагейне, да? Да. Считаешь, это нереально, это вполне реально все. Ну, может быть, да. Да не может, это реально. За 8 минут пройти, да, реально? За 8 третьего? Реально. Реально. Вполне. Это, конечно, ну, 6. Это вообще полный нон-стоп. Ну хрен с ним, да, может быть не 8, но 10 точно. Да, 10 будет, блин, да, 10 будет, но не 8. За 8 минут эти, как проходили америкосы там на скорость специально. Мне доскопил парень играл. Ну-ка. Шустики. У него там прыжки все, то есть задротом. Вот он за 8 минут прошел. Ну он таз прохождения делал по большому. Да, да, таз прохождения, да. Ой, сейчас пока достается. А второго Гайдена 15 минут, это реально вполне. Аю! Там жили. Ой-ой-ой, блин. Самое нормальное. Что, главное, мобилу не отработали, телефон с собой. Это опять забавный грюк. Застрял. Интересно. Мне интересно, какая мобила у Пипла? Тони Эрик там интересует. Жабья мобильная. Жабе мобильный, или как это там, ну... Да, жабофон. Да, жабофон, да. А у Бэтмена Бэтфон. Ага. Бэткредитка. А, слышишь, у Power Ranger этот, Ranger фон, да? Ага. Айпимпл. У них морферы. Айпимпл. Морфер Ranger фон. Да ладно, там какой-то самый алкотель какой-нибудь там. Алкотель. Хорошо, он тебе по черепу настучал. Ой, опять. По черепу настучал тебя. Главное, постучал, а звук-то пустой был. Однозначно. Там пусто. Да-да. Это же жопа шкрип. Сейчас я отойду. Кирилл! Давай. Вань, ну ты видел, да, в чем сущность короля-то вообще? То есть, ну, как он, как, то есть, схема себя считает, я такие вещи пишет. То есть, ну, видишь, как сказать, неспроста все это так происходит. Много учителей, только долго от них не держать. Да, видел, видел. Слушай, да накажи ты уже этого шедоу-босса, блин. Ну, на лампу. А ты его по хардкору, когда он злится, ты его наоборот самое бей его. Ну, на будущее надо его не в мели пить, не вблизи, а чисто толкай, пинай и так далее, как обычно. Ну хотя у тебя сону жизни будет. А, ты еще нарвался, не
Ой-ой-ой. Беги. Короче, тебя триплет замутили, красивый. Сейчас, как его, на чётке посмотрим. Ну, как он там... Посмотрим. Как я подкачу к подруге, что ли? Да, сейчас Dark Queen тебя, наверное, накажет, походу. Жестко накажет тебя она, жестко. Да ладно, пойдем. Я понял, как мы с Димоном проходили, ты думаешь, чем там. Ты, Лёша, лучше шакалов затащи, блин. Это забрался. Шакалами. Я один раз уже прошел, мне хватит. Да, ты их вообще по мега хардкору проходишь. Жалко, кстати. Ну, давай быстрее. Так знаете, во сколько я тренировался. Казуальщина. Почему? Каждую игру можно пройти по-разному. Здорово всем. О, здорово. Собственно, спецов, да? Капитан. Ну все, мужики. Да, Кирилл, запиливайся на канал. Ну, надо, короче, тебе Dark Queen наказать по-взрослому. Да, наказать надо тебя так. И я вообще, кстати, не вижу смысла, допустим, играть или стримить игры ради, там, я не знаю, там, казуальщина или это хардкор. Вообще, мы стримим ради удовольствия, например. Я не знаю, кто там письками хочет мериться. Удовольствие, конечно, удовольствие. У нас ради удовольствия стримим. А да. Какой канал-то? Да радио Борис, ёпт. Как ты думаешь, Кирюх, на наш? Очковый диапазон. Вот, заходи на этот канал, короче. Бурый джунгер. Я модератор. Может, город не сменил. Чё мне даёте, не то? Звонки не принимает. Занят был. Какой канал не в курсе. Не стримит. Не пьёт, не курит. Давай, гаси. Курю, не пью. А, с бабами не гуляю, в карты не играю, в бильярд тоже. Шарики не катаю в кармане, да? Кстати, большинство ребят играют за Билли и Джинни. Пусть тайкак немножко и полегче, мне кажется. А вот жабы немножко посложнее, они не настолько поворотливые. А у меня вопрос, а чё вы не жабы? Не понял, это вопрос? Не, ну у нас они же были уже. Да ты что? У кого? Ну ты хардкорщиков все, Диман. Ну ты хардкорщиков все, блин. Не подыхай. Он решил на характере тащить, короче. Не дается она никак. Да, не дается, она ко мне дается такая она. Она у тебя ручная, что ли? Да. Вот так вот, да, вот. Гаси её. Комбинации пробил прям. Ох, как клёво, а все, тебя взяли там все. Не, ну тут чисто. Делай бруталити, блядь. Нормально всё будет, ничего. Не будет, всё нормально уже. Нормально, тут сколько континуумов, да? Тебя убивают. Не, ребята, это фигня. Я смотрел, как... Почи её. Нет, там ништяк, кто слышишь? Поздравляю, надо на характер затащил, поехали. Собственно, чё? Я говорю, самый прикол — это тащить терминатора 5 раз и не пройти его второго и готовиться неделю к нему. Да. Собственно, Докса 88 сегодня прошел и запилил, просто не добил. Посещал там. Ну я прям на грани был. Я здесь, ребят. Ага, контент не терял, только жизнь потерял все и все. Да и ладно. Блин. Ну нормально, надеюсь, ты прошел путёрку, тормозон. Да, все хорошо пошло, да. Но если хотите, заходите сюда. Поздравляю вас, собственно, с дебютом. Там такая жара, блин, началась. Минус 40, наверное, да?
34, ну ничего. Не так страшно. Он спрашивает, жабы? Какие жабы? Зачем? Ага. 34, ну круто. Неплохо, в принципе. Ну все, ребят, с тремя торможу тогда. Давай. Все, 27, спасибо. Пока-ка-ка. Пока.